В последней игре турнира хозяева одержали вторую победу. Этот матч стал единственным сухим для подопечных Александра Севидова в нынешнем розыгрыше. Хотелось бы выиграть, ну так случилось, что боремся за другие места, ну сейчас, наверное, преследуем чуть-чуть другие цели. Молодежницы открыли счет на 17-й минуте. Левый полузащитник Юрий Бровченко выполнил навес с правого фланга, и центральный защитник Игорь Луценко переиграл вратаря и защитников Карпат. Спустя 10 минут хозяева удвоили преимущество. На этот раз отличился сам Бровченко. Хавбек головой замкнул навес фланга в исполнении Игоря Зубко. Самый опасный момент львовяне создали в начале второй половины. Мяч после удара Ярослава Конкальника угодил в штангу ворот Виталия Троцкого. В итоге 2-0, и прошлогодний обладатель трофея Крым-Теплица осталась вне пьедестала. Однако тренерский штаб футболисты такому результату не огорчились. Выполнили все, что хотелось. Мы не делали акцент на играх, именно на победах и на свежести подойти к играм, а у нас планомерная работа, поэтому и тяжеловато выглядели ребята, они все выдерживают, потому что много у нас новичков в команде. Правда, ни с кем еще контракты не подписали, но это такое дело. А пищи для размышления очень много. Ну, это футбол. Вы видите, мы в прошлой игре пропустили со стандарта, в этой игре забили со стандарта. Поэтому есть над чем работать. Победители турнира «Энергия» из Новой Каховки в последнем туре сыграли в сухую ничью с молодежью «Карпат» и опередили львовян по разнице мячей. Очень хороший турнир. Ехали, как говорится, себя показать, на других посмотреть, сравнить. С хорошими командами играли. Крым-Теплица очень приличная команда. И «Ахтырка» тоже очень понравилась. Поэтому хотели себя проверить на ихнем уровне. Считаю, что первая лига все равно сильнее, чем вторая. Поэтому не разочаровали своих болельщиков, которые всегда нас поддерживают. Автор сенсации четвертого тура «Мир» из Горностаевки, переигравший земляков из «Энергии», на финише потерпел крупное поражение от «Нефтяника» 1-4. Победа игроков из «Ахтырки» позволила им забраться на третье место пьедестала. Идет подготовка к чемпионату, и это контрольные игры, которые там проверять наше функциональное состояние, просмотреть новичков. То есть задачи выиграть не было. В начале первые две игры мы играли под нагрузкой, дальше чуть-чуть на легкости, можно сказать. Голкипер «Карпата» Роман Мысак, не пропустивший на турнире ни одного гола, выиграл приз лучшего вратаря. Среди защитников удачнее других на турнире сыграл коллега Мысака по клубу Олег Тарасенко. Лучший бомбардир турнира Сергей Цой, а лучший футболист – креативный полузащитник «Нефтяника» Артур Карноза. Тарас Березицкий, Лилия Ахтемова, Евгений Луговской, служба новостей ТВ «Аграрная».